Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Ксюша и Бася. Сегодня я вам покажу просто свои сквиши. Да, у меня их много, и драконов тоже покажу. Сейчас давайте-ка зайдем. Заберем коробку. Блин, закрыто. Забрали коробку, я ее делала сама. Трещи у меня там происходит, конечно. Давайте я все достану и буду все по порядку показывать. Если что, это все продается, кроме двух вещей. Ну, вообще, это пока что не продается, потому что у меня еще не все здесь готово. Божечки мой, сколько у меня их. Я это буду вечность своей. Короче, когда достану, уже вам вернусь. Короче, вот я к вам вернулась. Давайте-ка начнем с драконов. С моего самого последнего дракона. Я его делала вчера. Так, вот этот дракон. Сейчас я вам одену его. Покажу. Смотрите, такой дракон, например. Доброта, позитив, наполняют коллектив. Ну, вы поняли. Типа дракон. Двухсторонний. Кто как понял, я ничего не поняла. Так, дальше у нас дракон, который мне очень нравится, но он что-то с ним случилось. Вот, смотрите. Такой, он вот такой. Короче, вам, надеюсь, понравится. А дальше дракон, которого я не продаю. Но он мой постоянно. Вот это, если что, сердечко перевернутое. Вот это вам сердечко. Это мне сестра раскрашивала. Сейчас приду. Бам! Короче, вот я вернулась. Так. Вот мой дракончик. Типа, здесь у него такой глазик. Типа, он умирает. А здесь дракон такой. Мне он тоже очень нравится. Ну и дракон, который мне подарила подруга. Что-то я вообще не понимаю, как его одевать, ё-моё. Вот, короче. Это были все мои драконы. Сейчас вам покажу все свои сквиши большие. Сначала я покажу вам самый первый сквиш. Вы знаете, кто такой Холибам? Я надеюсь, что вы знаете, кто такой Холибам. Я вам покажу персонажа Холибам. Могу дать, кто это. Наш главный персонаж. Это игра про спагетти. 2. Вот такой вот. Как вы знаете, ребят, у меня живут котята. Цыплята не гусятся. Это Антонио. Припиздучий, или как его там зовут? Короче, это Антонио, наш любимый. Антонио. Дальше я делала мамку, типа мама Холибама. Она тоже мягкая очень. Дальше, типа, вот сам разработчик игры, ну, Микадзен и Спагетти Бук. Я его рисовала 2 дня. Ну, как сказать, 2 дня. Я на него зарабатывала в игре 2 дня. Я думаю, он этого заслужил. Он заслужил вашего лайка. Ну, а сейчас мы начинаем с просто самых-самых-самых крутых сквишек. Ну, короче, смотрите, это ананас. Это тоже очень мягкий сквиш. Это ананасовая долина, или как ее назвать? Короче, долина ананаса. Смотрите. Он ломает спагетти. Нет, подождите, как другого возьму. Вот давайте Микадзена. Он ломает спагетти. Чё он ломает? Тебя убьют, Антонио, убьют. Ну, все сами поняли. Скоро выйдет ролик про эти, типа... Он будет... Это выйдет шортс, типа он ломает спагетти. И как приходит Антонио и его убивает. Прищ, короче, происходит.
Дальше у нас идет школа. Я ее просто помню, очень долго рисовала. Она тоже очень клевая получилась. Это вообще сквиши делать очень легко. Вы не поверите, как это легко делать. Мой друг их не умеет. Дальше пойдут сквиши поменьше. Мой самый последний сквиш кепочка. Он, значит, тоже очень крутой. Потом у нас идет типа вот такой вот кислицы, кисломания. Да, как вы считаете, эта коробка похожа? Есть типа два пакетика таких. У него одна забота. Блин, ребят, я не могу. Мне заела песня Холли Бамчика. Я люблю Холли Бама. Вот, смотрите. Мне кажется, они похожи. Холли Бам, если ты смотришь это видео, сразу говорю, ты прям бомбезный блогер. Я, конечно, знаю, что он не посмотрит, потому что меня смотрят только мои друзья. Ну, короче, кислицы. Ну, а если даже хоть кто-то, пожалуйста, ребята, напишите Холли Баму в комментах, чтобы он посмотрел это видео. Я хочу, чтобы он оценил мои сквиши Холли Бама. Пожалуйста, Холли Бам. Я могу даже сделать обложку. Я сделаю прям обложку игры. Тоже в виде сквиша. Примерно такого роста, только вот так вот обрезать. Ну, короче, вы поняли, наверное. Дальше клубничка у нас идет. Такая клубничка. Пончик. Ютуб, где снимается Холли Бамбу. Холли Бумба. Холли Бумба там снимается. Дальше я вам покажу совунью. Сова. Роза. Вот, сердечко. Вот такой арбузик. Какой. Джерри, ребята, я Джерри вам не показала. Это тоже из Холли Бамчика. Холли Бам, пожалуйста, оцени Джерри. Твоего котенка. Или не твой котенок, я не знаю. У тебя нет, у тебя кокосы. А, у тебя нет. У тебя кокос и Джерри. Да господи, боже мой. Серега, я обязательно сделаю потом Серегу. Он у нас серый, да? Да, он у нас серый. ВК. Ну и все. Сейчас я вам покажу просто всю эту коробочку. Посмотрите, как я ее украсила. А в этом большом отделе лежат драконы и это. Смотрите. Холли Бам, оцени, пожалуйста. Я сама ему в комментах напишу. Эй, Холли Бамчик, пожалуйста, посмотри мои видосики. А еще я, наверное, попробую снять такое видео, типа, под звук. Я люблю ломать спагетти на закате и рассветы. Я люблю ломать спагетти. Смотрите, сейчас я вам сделаю, типа, такого. Это было обычное утро. Мик Хадзен, как всегда, ломал спагетти. К нему приходит Антонио в репесочек и говорит: «Эй, ты чё офигела из спагетти ломать? А ну, вали отсюда! Я сам их сломаю!» Ну, вы поняли. Короче, ребята, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока! Сегодня выйдут еще ролики.